Вместо домашнего подсобного хозяйства – незаконная свалка. Так распорядился своим участком почти в 10 соток в селе Нижняя Шиловка С.М. Саакян. Но его незаконные действия были пресечены еще в 2014 году. Решением суда мужчину обязали ликвидировать свалку. Вот только спустя почти 2 года мусор на участке так и не уменьшился. С.М. Саакян так и не смог внятно ответить, почему не исполнял решение суда, но пообещал все исправить. Осознал я ошибку. Ну, пойду там, сяду, сейчас буду думать, как устранить это все. Терпеть такое пренебрежительное отношение к решению суда, а главное, к экологии курорта, больше никто не будет. Мэр приказал немедленно очистить и рекультивировать свалку. В противном случае участок могут забрать, а хозяина лишить свободы как минимум на 15 суток. И подобное наказание будет грозить всем, кто в ближайшие дни не избавится от свалок на своих участках. Было принято решение применить нормы действующего законодательства вплоть до ареста указанных физических лиц в случае невыполнения требований суда и, конечно же, требований законодательства. Эти участки были выявлены на улице Нагуляна и на других улицах Нижнешиловского сельского округа. И сейчас вопрос взят на контроль. С 2014 года городским властям и судебным приставам удалось избавиться от большинства частных незаконных свалок, но результат должен быть стопроцентный. И с теми, кто не исполняет решение суда и не следит за своими участками, будут бороться самыми жесткими мерами, чтобы ничего не угрожало экологии курорта.